как можно не снять такую красоту? Вот эти пальмы бешеные просто. Там стоянки, пожалуйста, остановись. И, наверное, а туалет интересно, есть на этих стоянках? И по прямой, и так же ехать параллельно. Тоже мы не поедем туда. Это просто сказка. Так, вон она впереди, тампочка. Темпа, темпа, тампа, темпа. Вот эти тучи создают видимость, как будто бы там горы высокие. Это мы едем с Clearwater Beach, правильно? Это не просто Clearwater, а Clearwater Beach проехали через Clearwater. Clearwater. И теперь мы едем в Тампу. И все это через мост. Еще одна дорожка есть. Да, это такая. Красотища. А вон еще парк. Красивые такие. Где там хочу жить? Я хочу везде жить, дорогие. Везде, где вижу, везде хочу жить. Так, вот это Мексиканский залив. А я еду 60. Да и что, все здесь обгоняют. Ты больше едешь, чем спидлимит, да, они тебя все равно вообще обгоняют. Класс. Погодка распогодилась. Вот, а тут не всегда. Раньше вообще каждое воскресенье, вот там вот парчик. Дальше вот эта дорога, туда вот идет. И парчики там, волейбольные площадки, но там всегда волейбол играют на песке. Класс. И там сетки натянуты. Ну, это мы уже въехали в город, да? Да. То есть мост закончился, это уже город. А даунтаун далеко? Нет. Мы все равно хоть как через него едем. Так, вот это уже Тампа. Bay Harbor. Можно взять первую линию. Хорошо, сейчас он проедет, я его пропущу. Уже после этого. У нас тут уже движение такое, выключай свой камеру. Выключай, выключай. Я потихонечку иду, не бойся. Я постоянно с камерой. Не боись, если что, я ее просто брошу на пол и схвачу двумя руками за руль. Вот опять мостик пошел. С двух сторон опять вода. Ой, как все красиво! Вот везде такие указатели. Абсолютно все везде написано. Что, куда, когда, где сворачивать. Тут, в общем-то, ничего знать не надо. Только надо уметь читать. Что, куда ехать. Ой, как красиво. О, мамочка моя. Ну, твоей маме понравилось здесь? Да, конечно. Ну, кому не понравится здесь? Я еще ни разу не видела. Что-то сильно. Ну, так есть, конечно, некоторые. Так, нам надо вот Темпа, Санкт-Петербург, видишь? На среднюю, перестраиваться на другую линию. Нам не нужно Темпа Аэропорт. Сейчас пропущу вот этого дяденьку и перестроюсь. Я когда ехала, я проехала город Одессу по 50-й. Да? Я никогда не знала, что там есть Одесса. Когда смотрю на карте, ага, Одесса. Мама. Там мы на скоростную выезжаем или просто да, на да, трассу? Да. Ага. Ну как на скоростную? Это 275-я какая? Да, тут стопов нет. Да, 275.
Нет, здесь еще не без. Там еще мы выйдем. Все. Всем до свидания.